Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». А также я вам покажу, как живет обыкновенная международная семья. Здравствуйте, мои дорогие! Приступим к обзору моих посылок. Посмотрите, сколько прислала мне дочка тут подарков. Что тут прислала, неизвестно. Вернее, немножко что-то мне известно, но что именно в каждом, я не знаю. Поэтому приступим к осмотру. Точно так же мне тоже интересно, как и вам. Ну что, с самого большого начнем или с самого маленького? С самого маленького начинаем. Разрезаем. Так, тут надо аккуратненько разрезать, чтобы потом мне можно было, если что, вдруг вернуть. Не знаю, что это. А, это консилер. Консилер. Да, хороший такой цвет. Да, нормальный цвет, потому что у меня тут с моей белой кожей это целая проблема. Да, возвращать не будем. Консилер этот стоит. Очки мои где? А? Очки мои где? Эта дочка нашла один, ну я знаю, Мишо это есть. Вот, представляете, 131 рупия, это вообще даром-шаром. Я покупаю по 400, по 500. Дочка нашла, она часто заказывает это по другой косметической, как бы, сайте есть, там где косметика. Она там заказывает себе, всегда себе, мне заказывает это. Но там довольно-таки дорого. Нука называется. Вот, а это вот есть такая Мишо, называется Мишо, сайт Мишо. Ну, я как-то смотрела, я в основном там одежду смотрела, вот какие-то курта, вот, а это я не смотрела, поэтому, а тут она говорит, мам, там такая косметика дешевая, вот я как бы взяла косметику. Так, пришла ко мне Вика, потом досниму. Ух! Я тут хотела распечатку там распечатать. Посылки. Вот давай как раз посмотрим, почему я не могу выходить в прямой эфир горизонтально. А мне написали, что там типа вообще. Так, ну продолжим. Я немножечко прерывалась, потому что пришла как раз ко мне подружка моя Вика. Вот, поэтому мы тут с ней поболтали. И теперь я продолжаю разбор полетов. Это обзор посылок. Так, вот то, что я консилер достала. Следующая маленькая коробочка. Мы как бы по возрастанию идем. Ой, хоть бы я... Где же она тут открывается? Ну... Ой, надо лезвие, наверное. Так, ее запаковали. Понятно. Baby skin. Короче, это пудра. Baby skin. То есть я как намажусь, как напудрюсь, будет у меня skin как у baby, как у ребеночка. Ну вот такая, да, нормальненькая. Вот такой тон, потому что тут хороший, мне подходит такой. Вот, и тоже это очень какое-то дешевенькое. Сейчас скажу, сколько же это стоит. Тут не указано. А здесь, 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 здесь. Ну, что-то там 250, наверное. Где-то так.
не знаю, где-то бумажка, в общем, не буду злоупотреблять вашим вниманием. Вот беж написано, сайз написано, а почему-то там может внутри что-то есть. Ладно, бог с ним. Ну, в общем, это недорого стоит, поэтому берем. Просто дочка говорит, мама, а ты там когда откроешь? А я же собирала тут несколько штук, чтобы вам показать. Так. Это можно выбрасывать. Следующая коробочка побольше. Что же у нас здесь? Сейчас разрежем и покажем вам. Запечатали так хорошо. Вот. А, это тоже, знаю, что. Это тоже у меня. Сейчас я немножечко потом, так, чтобы вы видели, что я тут распечатываю при вас. Это вот антистресс. Похлопать перед сном. Так, что? Вот у нас тоже пудра. Компактная пудра. Красивая такая пудрочка. Ну, это, конечно, подороже, но она того... Ой, как раз хорошо, мне нужна светлая. Светлая. Так. Вот, посмотрите. Ну, это немножко такая под вечернюю тут с блестком. И вот такая. Ой, даже тут 4-5. И вот еще вот такая. Отличная пудра. Красивая. Очень интересная. Так. Да, 5 in 1. 38 грамм получается. Expiry date. Аж в 28 году. То есть долгоиграющая она, ее можно до 28 года ее можно использовать. Так, я ее пока положу аккуратненько, пусть она себе отдыхает пока. Пока у меня есть, нужно доносить, доиспользовать ту пудру, которую я раньше заказывала, вернее покупала, я из Бомбея привозила. Ну и тут, конечно, я покупаю иногда. Просто там больше выбор, там вот эти, как они называются, бьюти-центры. Так, здесь что у нас? Здесь тоже что-то. Вязали ниндзя. Стоит пинг. Это какой-то, наверное, что же это такое? Компания Марс. Стоит 350 рупий. Ну, давайте откроем. А, это я купила как фаундейшн. Это тональный крем. Да, тональный крем тут запечатан хорошо. Все, это тоналка. Ну, это... Ну, тоже, понимаете, как она стоит 700 рупий, например. А здесь все-таки 350. Это дешевле, в половину. Так, и последняя осталась у меня коробочка. Это Amazon. Это был Мишо, это вот, который я вам сказала. Там дешевая... Такая дешевый сайт, там где косметика и одежда, все там продается. А, это мне купила, у меня поломалась вот эта вот как селфи-палка, да,
или трипод, как он, селфи-стик, да, так и называется. У меня поломался, а вот который я купила дорогущий, он вообще, он как бы не регулируется, наклон там, не надо выше, ниже, у него только вот, как бы, он не раскладывается. Он как бы хороший стабилизатор, но, во-первых, громоздкий. Его не, в сумочку в дамскую он не влазит. Мне нужно носить какой-то там огромный этот. Вот дочка купила мне. Вот такой вот. Вот теперь я буду вам снимать. И селфиться. Вот такой обзор покупок. Еще она должна мне прислать. Будет этим. Реснички приклеивать. Клей. А то у меня так быстро заканчивается. Я же краситься некогда. Я вон приклеила себе реснички. И хожу такая. Ой, я думала, отклеила уже. И хожу такая красавица. Вот. Вот такие девочки у меня. Вот такая у меня дочка хорошая. Такие мне подарочки хорошие присылает. Вот. Еще там кое-что было, но я уже открыла раньше. Мне нужно было раньше там открыть. Вот там тени были, мне понравились одни тени. Вот, я их уже использую. Вот так. Ну вот и все. Показала вам обзор своих посылочек приятных таких. Ну а теперь я пошла заниматься своими делами. Шитьем. Вы же видите, где я нахожусь? Я нахожусь вот здесь, в своей мастерской. Так что приходите, кое-что интересненькое вам тоже буду показывать. Ну все, пока-пока. Ой, я еще один пакет забыла. Уже закончила почти вам видео снимать. И смотрю, у меня тут еще один пакет остался. Меня тут отвлекали 10 раз. И я забыла. Вот тут что-то тоже завернуто. А, понятно. А, такую же я просто... Да, вот. Вот такая вот штучка. Дочка мне заказала две. Но она мне посылает, естественно. Это для меня не... Я ей сказала просто, что мне нужно светлые тона, потому что вот в основном тут такие темные. Я как в маске, если я использую пудру, я получаюсь как в маске. И вот она мне решила... прислать вот это. Она мне когда показала, вот, ну, сбросила мне фото. Говорит, мама, смотри, вот такая. Я говорю, да, Сюзаночка. Вот, мне очень понравилось вот это. И она, наверное, она и себе заказала. И, наверное, она ей понравилась. Она и мне еще заказала одну. Так что у меня таких уже две. Две штучки. Вот столько косметики. Я теперь обязана быть красивой. Тоналка. Как раз я в Бомбее набрала косметики. Но я там в основном брала тушь для ресниц. Я брала. Помаду брала. Подводки я брала. И одну я какую-то там, по-моему, я думала, что у меня есть дома запасные. Ну, компактную пудру. Вот. А потом посмотрела как-то. Что-то у меня... напряженка, особенно со светлой. Кстати, вы знаете, как можно сделать, вот когда у вас, допустим, часто бывает такое, что упала компактная пудра, и, естественно, она разбивается, или же вот так остается, знаете, ну, как бы не до это самое, ну, там понемножечку остается вот пудры, вот, и что с ней сделать можно, как ее можно опять в божеский вид привести. Вот. Или же я беру там, если две одинаковых пудры, я их могу соединить. То есть это нужно вот повычищать вот эти остаточки, да. Ну, хорошенечко их растолочь, как бы, да. Ну, там можно даже там иголочкой, чем-нибудь там, ну, чем-нибудь остреньким ножом там, оно как превратить в пудру эту. И потом вы все складываете в одну коробочку. Или если у вас разбилось, например, складываете, заливаете спиртом. Вот так вот все выравниваете и салфеточкой прямо вот так промакиваете. Салфеточка, можете даже вот так оставить, чтобы салфеточка там вот так полежала. И пусть оно до полного высыхания. Когда оно высохнет, вот спирт испарится этот весь. Даже вот от салфеточки немножко такой, как дизайн остается.
Вот я так тоже делала. Но оно, конечно, не такое получается прессованное, как вот как обычно пудра, да, не такое вот оно, ну как плотное, да. Оно немножечко такое люс, но тем не менее, вот так я же говорю, немножко спасти от того, что вот она разбилась у вас. Жалко бывает, у меня тоже так, достаюсь с косметички, вдруг у меня так падает из рук и разбивается. Вот таким образом можно спасти. Точно так же и тени, говорят, можно. Но тени я не пробовала, а вот именно компактную пудру пробовала. Заливать спиртом и высушивать. Ну все, девочки мои дорогие, показала я вам свои подарочки. Вот. Ну, не совсем это сюрприз, потому что, я же говорю, Сюзанна мне все время, мамочка, посмотри, высылает мне там эти, и я там ее... Потому что раньше она мне вообще высылала вот так, я даже, как говорится, сном и духом не знаю, что она мне там послала. Ну, до сих пор тоже бывает, что вот такое она присылает, вот, что я не знаю, сюрприз. Ну, а такие вещи, конечно, ну и вообще я говорю, потому что иногда она высылает... Хочется родителям как бы приятное сделать, а оно может быть там, ну, может быть, не совсем нам это... нужно или что. Поэтому я говорю, Сюзан, ты, пожалуйста, предупреждай. Вот иногда. Особенно вот с косметикой. Вот я же знаю, что мне лучше подходит, что я, что чем я пользуюсь. Вот поэтому я говорю, Сюзанчик, ты мне, пожалуйста, показывай. И вот она мне сбросила вот так фото. Вот я посмотрела. Вот я ей сказала, что посветлее найди. Вот так. Вот теперь уже все. Дорогие мои зрители, спасибо вам большое, что смотрите мои ролики, что приходите ко мне в гости на канал и пишите ваши комментарии. А кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь. А я вам желаю всем мира, добра, всем спокойной жизни, крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя!